Поминальная лития на месте восстановленного захоронения градоначальника Петербурга, героя русско-турецкой войны, генерал-лейтенанта Николая Баранова, прошла на Новодевичьем кладбище. Память выдающегося деятеля и военачальника также почтил и губернатор Александр Беглов. Сегодня исполнилось 145 лет со дня легендарного боя русского парохода «Веста» с турецким броненосцем близ турецкого порта. Российский корабль под командованием Баранова нанес сокрушительный удар по турецкому флагману, что определило исход всего сражения в пользу российских моряков. Мы восстанавливаем нашу историческую память и установили поминальный крест на могиле губернатора Санкт-Петербурга, который возглавлял наш город в 1881 году. Был уникальный человек, действительно сын своего отечества. При нем открыли медный завод, трубопрокатный завод. При нем было открыто российское страховое общество, знаменитое общество хирургов Пирогова. Николай Баранов был похоронен на Новодевичьем кладбище в 1901 году. Его могилу недавно обнаружили общественники. С участием городских властей захоронение привели в порядок, установили деревянный крест. Александр Беглов также посетил могилу другого бывшего градоначальника Николая Клейгельса, которую также нашли благодаря сохранившимся архивам Новодевичьего кладбища. На месте захоронения установят гранитные памятники.